Крупнейший белорусский ритейлер «Евроопт» открыл первый магазин в Лунинце Брестской области. Обслуживание малых городов – направление важное, и это еще один шаг к появлению современного торгового сервиса в каждом уголке страны. Ну а теперь жителям Лунинца доступны товары по красной цене, дисконтная программа «Е-плюс» и участие в игре «Удача в придачу». Правда, находится магазин далеко от центра. Подробнее в нашем репортаже. Всего и много. На 185 квадратных метрах больше 2000 товарных позиций. Такой выбор для местных в новинку. Плюс парковка рядом. Ведь к этому Евроопту нужно доехать. Находится далеко от центра Лунинца, на Чапаева, 39. Первые покупатели живут здесь, рядом. Рядышком, это 2 метра от дома, это очень хорошо. Низкие цены, очень хорошо, удобно. Тем более, если у нас маленькие дети, внучата у меня. Мне очень удобно. Я вот пришла, взяла молочку для внука, для внучки банана. Это отличный, если честно, вариант, потому что у нас альтернативного решения в городе не было. До сих пор местным приходилось ездить в Евроопт, что в Пинске. Подвозили на специальном автобусе. Бесплатно. 2 раза в месяц с родителями ездили на машине в город Пинск. Это примерно 50-60 километров. Вот и все. А теперь у нас есть возможность совершать такие же самые покупки здесь у себя в городе, никуда не выезжая. Почему привлекает компания «Евроопт»? Именно потому, что здесь есть скидки, красные цены в магазине. За этот «Евроопт» в Лунинце пришлось побороться. Обращались с письмами и просьбами в разные инстанции. На все про все понадобилось несколько лет. Но и этот магазин не может показать все преимущества крупного игрока на рынке торговли. Мы хотели бы, чтобы у нас в городе тоже открылся большой магазин, чтобы большой был ассортимент. Чтобы уже с тачкой зашел, затарился и на месяц. Для райцентра, как Лунинец, идеальным был бы формат супермаркета. Проще говоря, магазин «Тысячник», который компания «Евроопт» разрабатывает специально для районных центров. То есть в 5 раз больше, чем нынешний магазин. Торговая сеть «Евроопт» готова такое построить, как только будет получен подходящий для строительства участок. Я надеюсь, что это будет очень и очень удачный проект. То, что касается больших магазинов, будут ли или нет, я тоже надеюсь, что они будут. В Беларуси уже есть успешный пример частно-государственного партнерства в сфере розничной торговли. В Оршанском районе на селе буквально в течение месяца переданы торговой сети «Евроопт» 33 магазина открылись под новой вывеской, с новым ассортиментом и ценами. В год малой родины «Евроопт» готов помочь местным властям в развитии розничной торговли и инвестировать в село. Мы благодарим Лунинецкий райисполком за содействие и понимание. Мы надеемся, что наш совместный бизнес будет развиваться, что наши отношения будут плодотворными, то, что мы сможем открыть хороший крупный торговый центр, магазин в доступном, в удобном для жителей Лунинца месте. Мы надеемся, что это случится в ближайшее время. Не только строить новые магазины, но и арендовать торговые помещения в райцентрах, деревнях и агрогородках. Ведь выбор должен быть у каждого. А еще новые магазины – это и новые рабочие места. 16 жителей Лунинца только благодаря этому небольшому магазину получили работу. Наталья Газей, Ян Лазовик, наши новости ОНТ.